Здравствуйте, в эфире новости Дагестана, я Фатима Абуталибова, и вот главные темы дня. Мой Дагестан, мои дороги. В республике продолжается реализация регионального проекта по ремонту автомобильных дорог. Они за здоровый образ жизни и вакцинацию. Известные спортсмены Махачкалы выступают за прививки от коронавирусной инфекции. В Дагестане продолжаются работы по реконструкции дорог. В Кумтаркалинском районе в рамках регионального проекта ремонтируют дорожное полотно по улице Сталина. Общая протяженность участка 1200 метров. Площадь асфальтного покрытия 8000 квадратных метров. Проект переходит в завершающую стадию. Обустройство обочин, установка лежачих полицейских и дорожных знаков. Завершить работу планируется к середине ноября. Тем временем дорожные работы продолжаются и в Махачкале. Улица Даганова – одна из наиболее сложных микрорайона Учхоз. Сейчас здесь асфальтируют более километра дороги и устанавливают тротуары. Отметим, что в этом году в столице республики ремонтируют рекордное количество дорог уличной сети. В Махачкале продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Махачкале ремонтируется рекордное количество улиц – 139. Работа проводится в несколько этапов. В Кировском районе столицы в рамках первого этапа и в рамках второго этапа 7 улиц по дополнительным средствам, выделенным нам за успешную реализацию проекта правительством. Проводится третий этап, это еще 15 улиц. Большое внимание уделено селам и поселкам города. Сейчас активными темпами работы ведутся в микрорайонах 1 Махачкала и Учхоз. Дагестанская журналистка и ее сын погибли в ДТП в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Погибшими оказались бывший пресс-секретарь ДГУ Наталья Захарова и ее 10-летний сын. Накануне вечером автомобиль журналистки столкнулся с КАМАЗом на 45-м километре дороги Яшкуль-Комсомольский. От полученных травм ребенок погиб на месте, Наталья скончалась в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего. Обладатель чемпионского пояса WBA в полусреднем весе вернулся с почетным трофеем на родину. В аэропорту Уйташ встретили Раджаба Бутаева, непобежденного дагестанского боксера. Подробности далее. Приветственные плакаты, зажигательная лезгинка и аплодисменты. Встретить спортсмена и разделить с ним радость прибыли многочисленные родственники, друзья и представители власти. Раджаб Бутаев поблагодарил собравшихся за радушный прием и рассказал, что всегда мечтал вернуться на родную землю чемпионом. Далась победа нелегко. Была очень долгая подготовка. Больше года времени находился в Штатах. По всякой причине переносился бой. Жить этого очень было тяжело, но когда я приехал сюда и увидел всех этих людей, всех вас, я понимаю, что я не зря этот путь прошел. Надо было остаться еще год, я бы остался бы ради людей, ради того, чтобы увидеть вашу радость. Напомню, титул чемпиона мира по профессиональному боксу 27-летний уроженец Хасавюрта выиграл 31 октября в Лас-Вегасе, победив техническим нокаутом в 9-м раунде американца Джеймал Джеймса. Я работал по плану, я должен был заставить его вымахаться, устать, я должен был его забить, я не хотел, я боялся. Единственное, что я знал, что этот крепкий, что он крепкий боец, стойкий боец, я знал... Я боялся того, что если бой пойдет всю дистанцию, судьи могут отдать победу в любом, ну, в другую сторону. И поэтому у меня была цель только закончить бой досрочно. Я вот с первого раунда я делал все, чтобы он уставал. По словам тренера боксера Ахмеда Джанаева, во время просмотра боя нервы у него были на пределе. Эти минуты, которые мы смотрели бой, я весь ужас дрожал таким этим волнением. Все проходило первый раунд особенно. Ну, было видно, что Раджаб был очень подготовлен, 100% готов. И с первых раундов я ему тоже подсказал, что он это и сам знал, и свою этот вывести из строя по корпусу первые 3 раунда, чтобы он пробил. Такие связки тоже давал ему, пока мы и... Ну, что сказать, очень рад.
Теперь в послужном списке Бутаева 14 побед, 11 из них нокаутом и ни одного поражения. Лариана Шамхалаева, Мурат Бекбарзов, новости ННТ Махачкала. Представители спортивного сообщества Махачкалы обратились к горожанам с призывом к вакцинации. Единственный действенный способ остановить пандемию COVID-19 – это своевременная прививка, считают известные спортсмены и тренеры. В наши дни настолько сильно усугубилась ситуация с коронавирусом, с этой эпидемией, поэтому призываю всех защитить себя, обезопасить себя, вакцинироваться. И особенно хотелось бы обратиться к спортивному сообществу, потому что каждый день каждый спортсмен он контактирует буквально с десятками остальных людей, тесно контактирует, борется, там, отрабатывает какие-то приемы в зале. Даже просто зайти в зал, там, поздороваться можно там, с 30-40 человек в течение часа. И в этой связи хотелось бы, да, порекомендовать обезопасить себя, соблюдать все нормы. Являясь тренером и по совместительству я сам являюсь действующим спортсменом и вижу ситуацию и на себе прочувствовал, кстати, предсоревновательный период от подготовки, выезжая на соревнования, ты думаешь, а вдруг да будет, вдруг да, вдруг положительный тест, а вдруг перед соревнованиями там и были такие случаи, когда ребята прям перед соревнованиями показывали положительный тест, либо просто у них ухудшалось, да, состояние, они, так скажем, подхватывали болезнь, и все на смарку, поездка, потом затраты, ну, много чего. Такие старты, которые ты ждешь весь год, и ты пропускаешь эти старты из-за болезни. Вакцинация – это необходимо для наших людей, для здорового поколения, чтобы в дальнейшем они могли вести здоровый образ жизни. Я считаю, ну, ситуация такая, у всех есть какие-то там метаотводы, больные, там есть категории, которые проверяют, да, они в первую очередь должны себя проверить, посмотреть, если у них тяжелые болезни, если, чтобы она пользу принесла. А так, дагестанцам и всем горожанам России, я думаю, надо вакцинироваться, потому что много есть, которые ребята вакцинировались и очень много прошли этот путь, и нормально, и тяжело не коснулось. Переболели, но болели они не сильно, и слегка заболели. Мы сами спортсмены, занимаемся спортом, здоровый образ жизни, пропагандируем спорт. Я думаю, вакцинация тоже так же мы будем делать все, что постараемся довести до людям, что надо вакцинироваться. И на этом у нас все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго, до свидания.